Ой, очистящее средство нашел какое-то. О, тут голая баба. Не знаю, как вы, но меня тут вообще шатает балдежно. Привет. О, баба Привет. Голая. Прям под ногами. Я пью. Так, у нас, как обычно, бочка с дизелем, но она нам не поможет, потому что у нас по-любому движок не дизельный. Потому что у нас есть три движка, которые питаются пивом. Блять, сука, и тащит алкашку. Лучше, чем ничего, но хуже, чем что. Я, короче, случайно выломал две двери. О. Гигантская сперма лежит на смешине, блядь. А, это кукла, это ебаная. Познакомься. Валентина. О! Батину соляр выбросили, черти позорные. Денис, бутылки с алкашкой мы найдем. Можешь вон сзади со стороны. Нифига, у меня струя огромная. Блять, бери от меня Валентина, она слишком привыкла. Почему у нее лицо бабки, нахуй, посмотрите на нахуй. Да. Пиздец. У нас канистра, походу, одна улетела, как и вместе с Валентиной. Валентина-то еще на старте улетела. Насрал! Я подхожу! Я подхожу, он руку тянет и... Так, а гроб? Эти женщины. Гроб, блядь, без гроба будем. Не, ну подожди. Опа. Блядь. Этот мем заедь, забери. Чего забрать, блядь, не видели? Хули оно не заводится. Ага. Блядь, ну может перевес из-за унитаза? Вы слышите выстрел, нет? Да. Блядь, чё... Чё произошло? А чё с ним? Подожди. А почему у тебя повыпадал? Половина моего хп. Что произошло? Где движок? Вот и наш советский автопром. Да ебать, я дебил. Ты чё сделал? Я выстрелил в бочку с газом, чё сделал? Короче, ща на фаркоп подцепим, нормально будет. Все, я прицепил. Кого ты прицепил? Прицеп к тачке. Видимо, локальный. О, я тоже прицепил. Пиздец. Ну... Как у нас новый номер? Блядь! Я не могу! Так, я ее открыл, у вас лучше стало? Нет! Что там, четыре? Машина разобрана, куча трупов валяется! Все хорошо стало. Пацаны, у вас паук на машине поселился. Человек, паук! Тут съемка видео запрещена, камеру вырубай. Мне старшего брата позвал. О! Меня убивает! Уйдите нахуй, дайте вылезти, суки! Меня чуть не убило нахуй. И кого-то чуть, и кого-то убило. А потом Евротрак симулятор на платину проходит. Ну ладно. Ой, Денис, блядь. Это нам не надо. Shame my name. Ну я могу еще сделать так. Оторвал чё, блядь. Блядь! А это-то зачем ты выкинул? Это что было? Что сделает? У нас нет воды больше. А, кстати, зато у нас машина на 160 летит. Меня смущает, что у нас нету тонометра, который количество топлива показывает. Сейчас скажу, подожди. 38,4. Нормально, гоним. Да, батя налетит, пиздец. Сейчас, секунду, я проверю масло.